Шокирующее признание Бриджит Бардо об исламе. Признание Бриджит Бардо. Жизнь на сцене 40 лет спустя. Ее слова полны раскаяния. Когда я сейчас смотрю какой-нибудь из моих старых фильмов, я плюю в свою душу и немедленно выключаю телевизор. Как же низко и подло я поступала. Далее она говорит. Апофис счастья человека – это брак. Всякий раз, видя женщину с мужем и детьми, я спрашиваю себя, почему же я лишена этой милости? Посещая мусульманские страны, я была поражена их женщинам. На первый взгляд закутаны и несвободны, но наблюдая, понимаешь, что они достигли того женского счастья, о котором каждая из нас мечтает. Их превозносят их мужчины, к ним полны уважения и трепета. Они улыбаются и щебечут около самых дорогих магазинов. Их восточной неземной красоты дети бегают по павильонам. А мужья стоят с кучей пакетов от Тиффани и Шапард и постоянно с улыбкой зовут своих жен «Хабиби». На их языке это означает что-то вроде «дорогая», «любимая». И пронзающая грусть проходит через память в самое сердце. Никто и никогда не уважал меня и наполовину от того, как уважают их, подумала я. Хотела бы я все вернуть и поселиться здесь, под покровительством любящего мужа и детей. А теперь я живу с кошкой и с собакой, которые вспоминают обо мне, когда голодны.